Дом культуры необходим горкам 10-м. Вопрос о его строительстве регулярно поднимался уже лет 20. И вот, наконец, торжественный момент наступил. В основание будущего ДК закладывается первый камень. С этого момента пошел обратный отсчет времени. Муниципальный контракт на строительство уже заключен. Вся необходимая документация оформлена и подписана. Ничто не мешает подрядной организации в самое ближайшее время выйти на объект и начать работы. За 24 месяца по контракту они построят современный дом культуры с объектами спорта, с большим кинозалом, с кафе, с библиотекой, с различными помещениями для того, чтобы занимались дети в кружках, секциях. По сути дела, у нас получается не дом культуры, а многофункциональный центр для, опять же, людей разного возраста и разных интересов. Здание будет действительно многофункциональным. Проектом предусмотрены три самостоятельных блока. В одном – спортивный зал с трибунами на 150 зрителей и тренажерным залом. Также здесь разместятся гардеробные, раздевалки, душевые, тренерские и комнаты для хранения инвентаря и экипировки. Предполагаются секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису и единоборствам. Во втором, центральном блоке Дома культуры, спланирован киноконцертный зал на 400 мест с зоной фудкорта и подсобными помещениями. А третий займут библиотека, выставочный зал и кабинеты для кружковой работы. Здание оборудуют лифтами и элементами доступной среды и видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный регион». Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».